падают плакать святые иконы. Драконы Америки, Европы драконы. В Сербии, в Сирии плачут иконы. И на Донбассе слезы и стоны. Разве в Брюсселе не учатся в школе? Нет вам победы на русском поле. И крестоносцы уйдут все под лед. Как вам не жалко свой же народ? Мама! Только себе навредить. Внешнее вмешательство привело к тому, что вместо реформ государственные институты были просто бесцеремонно разрушены, а права человека, включая и право на жизнь, ни во что не ставятся. Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?